И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем смотреть крутые постройки. Димончик, поздравайся. Всем привет. Если пьете, кушайте, класс. Приятного аппетита, а мы начинаем. Димон, удивляй. Поставлю первую постройку. Погнали. Это будет Годзилла. Годзилла с классным хвостом. Кстати, мы уже видели похожую постройку, но это... Это другая Годзилла. Это другая Годзилла, это была Годзилла больше. Так, под хвостом все хорошо. Я тебе движок ускорил. Подожди, подожди. Давай я поставлю, стой, сиди. Ну-ка давай, да, тут что-то мне не получается, Димас. Бум. Да, вообще все очень давай. Плохо. Так. А ну дожми вперед, просто газовать. Че она не летит, да, Димончик, слабенько? Она, а мне кажется, она не летающая совсем. Да летающая? Думаешь? Не знаю. О, ты как пасть открывает. А ну сейчас я тебе подожди, включи еще раз передние ускорители. Диман, смотри. Ого, это что, язык у тебя такой? О, ну Диман, выдвини его, давай проверим кое-что. Ну да. А, блин, нельзя прицепить на нее. А ну что ты низко стоишь, наверное. Я тебе сделаю красивые щеки. Это нос, как у бурундука. Давай пробуем взлететь все-таки. Давай. Да не, не взлетишь, Диман, она не летает. Не, ну сейчас попробую, сейчас, секундочку. Что-то красное так. Тут подсвечивается. Какой-то лазер, Димон, у тебя по бокам какие-то фонари загорелись. О! А, это штука, чтобы ты не падал. Блин, это вообще Димон, да, поза ню. На. Нет, нет, нет. Да-да-да, Димончик, это такая самая бесполезная постройка, Годзилла. Так, а следующее как раз таки должно подойти для бомб, потому что... Ой, это бункер, Димас, называется. Нифига себе коробка. Это так. Класснючий бункер. Так. Что у нас тут сложно? Это, короче, у нас склад. Называется он кактус. Я не знаю, почему, правда, как он так называется. О, закрывается, смотри, Димон, двери. Значит, во, мы проверим, на бомбы выдержит или нет потом. Ну, потом, да. Димас, иди наверх, ты офигеешь. Иду, иду, иду. Смотри, здесь сальтухи крутит антенна. Не, она мне сальтухи не крутит, она мне ровно вот, стоит. Вот, как будто инопланетные силы ее захватили. Не, у меня такого нету, тут все четко. Тупо бах поймал, класс. Так, это что такое? Падай, вот. Падай, падай. Скидывай, вот. Димончик, скидывай, скидывай, скидывай. Подожди, подожди, у меня что-то фигово. Уходи, все, теперь у нас будет лучше телевизор ловить. Все, закрываемся, у нас бункер, сейчас будет ядерный апокалипсис. Так, закрываем нашу. А что-то не закрывается. А все закрыл. О, называется все. Бункер кактус называется. Во. Красава. О, здесь два компа как раз для тебя и для меня. Тебе будем в КС колу пашется. А что у меня разноцветный? О, давай включаем все подряд. Блин, круто. У меня еще цветок рядышком. Вау. Смотри, сколько кактусов. Так а смысл, если тут можно выйти? Как оттуд? Может, это просто дырка? Это кактус такой. О, а здесь. Смотри. О, во! Бункер, серьезно. Значит, и тут можно где-то закрываться. Кстати, этот бункер, Димас, называется кактусный. Вот, понимаешь? Димон, вот как закрываться. You are not welcome. Вау, офигеть, здесь круто. Нифига себе. Так, Димас, ты сиди здесь, я сейчас попробую вот тебя взорвать. Давай? Давай. Давай, сейчас проверим как раз-таки, бункер ли это или не бункер. Потому что... Погнали. Бункер должен выдерживать очень большие взрывы. Понятно, давай только маленькую бомбу, а потом сильнее и сильнее. Так, давай как-то вот сюда вот. Все, Димас, приготовься. Нифига себе, маленькая, ты меня обманул. Я ж дернулся. Вот это взрыв был. Вот такая вот. Вот это такая бомба сделала такой взрыв. Да. На. Класс. Это было мощно. Следующий, Димас, вот ты садись теперь на этого робота ты. Давай посмотрим, как это будет выглядеть. А это какой-то Раскорячкин. О. Так. Ходить-то ты умеешь? Вот, Димончик, он хорошо ходит, прям уверенно. Я сейчас завоюю планету. Прям уверенно идет, вообще четко. Вау! Ты видел, у него бомбы, короче, из живота вылазят. Надо его заново, Димас, поставить, там на этом челике есть бомбы, короче. Ай-яй-яй, сейчас упадет. Так, давай, Димас, еще раз поставлю. Смотри. Так. Нет, это вот этого робота оставь, пускай он будет, ходить будет. Смотри, Димас, смотри, смотри, видишь? Я вижу, сейчас... вижу. Так, этот робот, он такой, интересный. У него датчики вот. Стоят. Ну? Блин, мимо.
И куда? Она вон выпала, бум. А что, получается одна бомба только? Ой-ой-ой, лагает. Ой, лагает, Димончик. Роботы, ну короче. Сейчас я исправлю это все, Димон. Вот это круто, так. Давай, я Димас помогу тебе. Отлично. О, вот другое дело. Сразу зачистили всех ненужных. Подальше. Так, Димас, смотрим это, что? О, крокодил. Крокодайл. А что типа надо... Что делать надо? Не знаю, можно нажать кнопку, оно закроется. Давай понажимаем тут все подряд. А, может пульт управления здесь? Не здесь. Может... А, во! Не, Димас, это клыки у него двигаются. А, во. Блин, схватил меня. Схватил. Там датчики, наверное, Димон, стоят. Крут. Вообще класс. А ну еще раз. Типа, смотри, я не вылезу отсюда, понял? Вылезешь. Ой. Подожди, дай если бы ты клыки эти оставил, я бы не вылез, наверное. О, открывается само. Да, я тут похожу. Тут датчики вот тут стоят. Давай, Димас, посмотрим, как он устроен. Давай. Так, тут какие-то подставочки. Ну, в принципе, норм. О, тут можно жить. А ну, наверное, после этого не буду, да, работать? Ой-ой-ой-ой, залагало. Отлично. Димас любит исправлять баги, баганы. Так, подожди, надо тут взорвать, потому что тут очень много кубиков ненужных. Так, смотрим аниматроников Фредди старенького, пожилого. О, стоп, написано. Так, челюстюхи работают. Давайте я туда запрыгну. Ай-яй-яй-яй. Димон! Вы, эй, вы играете неправильно, прекратите. А, ты что, взлетел, что ли? Я под карту улетел, давай еще раз. Подожди, я тут что-то делаю. Смотри, Дима, сейчас еще раз под карту улечу. Во! Не. Не-не-не, во, вот тут вот. Все, поломилась челюха. Да я вроде не ломал никто ее. А ну. Да блин, мне уже больше не пихает под карту. Да я ее вообще, Димас, не трогал, вообще ни капель. Хорошо. А что ты там делаешь сзади-то? А ты обманщик. Ты разломал всю постройку эту крутую. Фредди, не расстраивайся. Вот. Ой, это было эпично. Смотри, как осталось, какие части остались. Только... Давай еще разок жахнем, тут с этой стороны прям. Только верх остался. Офигеть, классный. Офигеть. Да. Вот это точно классно. Воу, это какой-то игры. Это Range Rover, Димас. Так, так, так. Тут такой передок у него крутой. Знаешь такую машину Range Rover? Конечно, нет. Вот это она. Так, как тут залезть в нее? Она очень найдем. Высокая, очень здоровая. Во, кнопки здесь, не? Как кажется, как... Вот, вот эта штука. Во, открыл. Отлично, Димон, это прям какая-то грузовая. О, вот, тут сиденья. Смотри, как я сел прикольно, кстати. Ты видишь? Сейчас посмотрим. Ну, посмотри, вижу, 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 ты держишься руками за эти штуки. Это как в самолете парашютисты выпрыгивают когда? Десантура. Димас, ты там стрелять можешь, я вижу пушки наверху. Так, сегодня клацать все. Фары. Ого, прожектор тут мод. Офигеть. Блин, когда ночные карты добавят? Во, Димас. Стреляй. А чё, не? Чё-то не стреляет. Ну-ка давай, может... О! Стрельнул, что ли? Да. Давай. Двойной выстрел. А ну, Димон, поставил какую-то постройку, я жахну. Да, её. Да, давай. Так, мне бы сейчас выйти. Чётко. Во, вышел. Димас, вот это построище у тебя тут. Так. Я пока отъеду. Вот, Димас, старая чика. Старая чика... Сейчас. Димас, она вообще улетела. Ничего себе, давай еще раз. Давай подъеду. Давай. Ой-ой-ой, ничего себе там. Управление стрёмное. Сейчас, Димончик, надо вот так встать, наверное, мне вот так. Меня сейчас попадешь. Во-во-во, вот так я сейчас точно попаду. Офигеть. Давай сейчас, ребята. Ой-ой-ой. Что ты сделал? Смотри.
Ну что-то она забагалась, да что такое? Она сама по себе стреляет. Вот, Димас, чика, я же ее поставил. Да-да-да, кстати, она как-то не ломалась, она из металла. Рай, чика. Подожди, механизмы есть? Так. А, Димон, механизмы какие-то есть, Димас, да? Димас, это ты что ли поставил? Нет, это ты, это ты пипиську поставил. Тут кнопка сзади, Димон, есть. Нет, это не я. Во, а что она делает? О, она танцует с пипи... с бомбой. Ну что это за танец? Димон, ну что ты? Всё, Димас, я её удалил. Бум! Вау. Давай следующую постройку. На этот раз она уже последняя, Димас. Во, ну, так, а как этот аниматроник называется? Music Man. Давай, включай Music Man. Music Man всякого. Кстати, вот этот зеленый Димас Фредди... Кнопка вот! Во, да. Ну... Мне нравится, Димон. Круто сделано, все равно. О, давай бомбу ему положим прямо между этих рук. Между ягодиц, ой, между ног. О, может взорвется? Давай еще положим. Давай, сейчас, сейчас, сейчас. Блин. Ребята, прикольно, давайте. Ребята, если вам нравится, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Да что такое, Димончик? Кстати, вас уже лагает, давай взрывать. Да вроде не сильно. Бум-бум-бум. Ого, еще сколько бомб осталось. А, они все взорвались? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!